Всем огромный привет! Хочу показать свой заказ в компании Avon по 12 каталогу. Заказала я немного кое-что интересного из новинок. Сразу хочу с большой новинки начать. Она шла на странице в самом начале, на 12-й, кажется, да. Это вот такой шарф. Он назывался шарф Инга. Привлек он меня не только ценой. Скидка была 50%, если со всего каталога на 450 рублей делаете заказ. Но и размерами. 202 на 98 сантиметров. Материал полиэстер. Давайте я покажу, как этот шарф выглядел в действительности, потому что на фотографии он немножко такой, знаете, больше в рыжинку уходил, но, видимо, вспышка засветила. Пришел он вот в таком пакетике. И так вот я его попробую показать. Он более бордовый. Видите, красивая расцветка. Если смотреть на просвет в один слой, то видно, он весь светится. Достаточно прозрачный. Нежный. Прямо такой вот кожи очень приятный. Прям как шелковый. Хотя полиэстер, но очень нежный. Понравился мне он. И тепло такое держит, и согревающий такой он. И плюс действительно метр на два, то есть он большой, он прям очень-очень большой. Давно я хотела, чтобы шарф был у меня на осень достаточно объемный, и чтобы он меня как бы закутывал полностью. Давайте я его так в сторонку теперь положу, чтобы он мне не мешал. Из не очень интересного, ну как бы знаете, из бытового такого, было в заказе два шампуня. Первый фитоукрепление. Крапива и лопух. Он такой перламутровый, зеленоватый. Так, сейчас я попробую показать. Ну, видно, в принципе. Пахнет зеленью, травой, действительно такими лопухами. А второй непревзойденный объем малина и гибискус. Он уже белый перламутровый. И пахнет вкусно-вкусно малинкой. Ну, цветами, кисленьким таким. Не знаю, стоит ли что-то говорить про эти шампуни, их уже очень многие знают, они давно в каталогах. Со своими задачами справляются, прекрасно отмывают волосы. К ним идут еще спреи, бальзамы, ими лучше тоже пользоваться, потому что в паре они работают лучше. Также подруга моя заказала себе вот такую парочку, это маска для лица «Сияние лепестки розы» и крем. Для лица 75 миллилитров каждый. Раньше эта маска тоже была, но вот в такой баночке, тоже как крем. Сейчас они переиздали, сделали маску в отдельном тюбике. У меня такая маска есть, я вам покажу свою, потому что у меня она открытая. Она очень красивого цвета, гелевая такая, достаточно густая. И в ней вот видно, да, прямо кусочки этой розочки, прям лепесточков. Пахнет очень вкусно. Вот как кто в 80-е, в 90-х годах видели варенье в советские времена было с роз, с лепестков роз в железных банках такое. Вот прям вот таким вот шиповником, цветами розы, шиповника пахнет. У меня ассоциации сразу с этим детством, с тем вареньем. Мне нравится. Аромат, ну, кто не любит аромат розы, вот именно такой вот шиповника, вам не понравится. Крем тоже насыщенно пахнет розочкой этой. Мне нравится, поэтому для меня он кажется классным. Маска эта хороша с утра, потому что вечером я не вижу сильного освежения от нее. А вот когда с утра, да, действительно лицо такое посвежевшее. Но больше мне она нравится, знаете, как ароматерапия, что ли. Вот. Вообще мне гелевые нравятся. Почему маски? Они как бы холодят немножко лицо, и вот это как раз и придает потом ему свежести. Крем хорош после маски, но сильно он ничего не делает, но небольшое увлажнение дает. Дальше. У меня впервые заказали мужской дезодорант 48 часов. Никогда до этого не брали, поэтому про него сказать ничего не могу. 150 миллилитров в нем. Ну, когда у меня его попробуют, если я не забуду спросить, ну, по крайней мере, для себя узнать, как он работает, то спрошу.
Так, сразу положу, просто чтобы мне не мешали, потому что показать не смогу. В заказе были две разные туши. Одна вот желтенькая такая, вторая супершок. Но меня их заказали, не себе я взяла. Поэтому заострять внимание не буду. Одна темно-синяя, вторая черная. Вот единственное, знаете, что я хочу сказать? Если я сейчас быстро найду в каталоге их, вот которая узкая, темно-синяя, вот я сейчас, наверное, быстро не найду, а надо было подготовиться, просто я сейчас вспомнила. В общем, там две темно-синих, две синих, они все шли в двойном экземпляре. Обращайте внимание, одни супер водостойкие, а в общем, три водостойкие, три точно такие же обычные. Вот, сейчас я быстро, к сожалению, так не найду, чтобы вам показать, потому что вот не подготовилась. Хотя снимаю уже второй раз этот ролик. А, вот, нашла. Все-таки не зря я тут искала. Вот она, вот эта вот желтая тушь. Вот эта. И видите, тут три и еще три. Одинаковые. Коричневая, черно-коричневая, темно-синяя, черная. Темно-синяя снова идет, черно-коричневая снова и черная. Но где-то тут вот звездочка идет, вот здесь водостойкие оттенки. Вот. Так что вот на это можно обратить внимание. Это вот желтенькая тушь. У меня подруга взяла темно-синюю неводостойкую. Вот, простите, что долго искала. Просто я немножко расстроилась в этом заказе. Мне сделали замену без предупреждения, и замена не соответствует тому, что мне не прислали. Но я сейчас об этом скажу уже попозднее чуть-чуть. Так, в заказе еще у меня была пуховка. Давно я на нее смотрела. Пришла она вот в мешочке из органзы. Еще был слюдовый мешочек, но я вынула, чтобы не шуршать лишний раз. Вы знаете, такое ощущение, что у ребенка помпон оторвали и приплюснули. Почему-то я не представляла. Ну, я думала, будет что-то такое типа бархатное. А тут прям реально шуба детская. Вот. Такой мех. Немножко криво прилеплен бантик. Наверное, кто-то очень торопился, когда их делал. На обыкновенном горячем клеем. Ну, не знаю, как-то. Меня вызвало очень большую улыбку эта пуховка. Просто у меня много, две баночки, три баночки. Румян шарик, шарики и еще там от Avon тоже шарики есть. И вот думала, что воспользоваться пуховкой, но она неудобная. Если я ее туда воткну, мне кажется, вот я потяну за этот бантик, который приклеен к этим вот к ворсинкам, я просто оторву этот бантик и все. Если только ногтями брать вот прямо за сами пушинки. В распродаже 99 рублей. В самой распродаже красиво смотрелся. Ну, ладно, пусть будет. Вот, в общем, вот такое вот удовольствие я себе заказала. Мама у меня заказала два кольца себе. Первый пришел, в общем, я уже вынула, потому что я уже показывала в первом своем ролике, который переснимаю. Первое колечко вот такое. Оно называлось «Сюзанна». Вот. Она берет самый большой размер, я вам так покажу. На мне оно великовато, но все равно видно, как оно смотрится на руке. Вот так. Такой прямо изумруд в форме капельки, сантиметра два, наверное, в этом колечке. А второе колечко было бренда, 199 рублей. Нам его не просто не положили. Ну, деньги, естественно, я сначала подумала, не до вложения. Но когда первый ролик показывала, я очень удивилась, когда достала вот такой крем. Я не помню, чтобы я его заказывала, и у меня никто не заказывает. У меня тут рядышком вот прям видно тетрадочка с моими заказами. То есть я как бы сразу же слежу, что сколько стоит, чтобы было удобно. Но вот этот крем у меня никто не заказывал. Легкие увлажнения гель-крем. Но оно у меня вот оказалось в посылке. В прайс-листе ничего о нем не говорилось, как, впрочем, и о кольце, кроме того, что там за кольцо деньги сняты. И, как я поняла, это просто такая молчаливая замена.
То есть кто-то выеман решил, что кольцо можно заменить на крем. Нужен он мне, не нужен, подходит мне, нет ли аллергии на него. Если я понимаю, бы там, ну, заменили на украшение идентичное. Но когда кольцо меняют на крем, меня это как бы смутило, если можно так сказать. Ну вот у меня теперь такой крем, но нет кольца. Это получается, я своей клиентке, вот хорошо, мама, должна была объяснить, что ты знаешь, тебе кольцо не нужно, тебе крем нужнее. Вот компания так решила, что надо лицо увлажнить тебе, прежде чем кольцо одевать на палец. Ну ладно, сейчас-то я уже подуспокоилась. Но неприятно, на самом деле неприятно, потому что оно мне не надо, а кольцо-то надо было. Ладно, давайте дальше. Пришла мне... Это еще не конец, просто меня в разброс тут. Я достаю. Вложили новинки. Мужской и женский аромат. Я не буду врать название. Вот так название у него. Все возможно, когда вы вместе. Называется для него, для нее. Потестировала оба аромата. В аромат для него входит бергамот, лаванда, кедр. Это восточный аромат. Но вы знаете, вот на мой нюх, вот он сейчас у меня уже в течение 2 часов на локтевом сгибе, уже неплохо пахнет. Он и сначала неплохо пах, но так как все-таки лаванда и кедр, немножко тяжеловатый такой мужской аромат. Ну, кто-то называет, может быть, возрастной, ну, постарше для мужчин. Не для молоденьких мальчиков, а вот уже для мужчин. Он такой достаточно тяжеловатенький, спортивный, может быть, даже в какой-то мере аромат, но неплохой. Приятный. Вот особенно, когда выветривается уже и вот остается на коже через 1-2 часа, он неплохо звучит. Мне кажется, многим мужчинам он и понравится. Для нее это восточно-фруктовый аромат, входит малина, жимолость и кашемир. Он мне понравился. Я когда его потестировала, еще не читая, я сразу подумала, что туда входят цитрусы и, возможно, малина. Потому что вот есть какая-то вроде и фрукта, и в то же время какая-то кислинка такая, свежесть. Неплохой аромат. Он, вот мы-то трендсеттеры, а основная территория позднее получает к осени. Я бы его летним ароматом даже назвала, не осенним. Ну, понятно, летний аромат, он на все времена. Кто любит свежие ароматы, он подойдет и на весну, и на зиму, и на осень, и на лето. Неплохие ароматы. Я бы, наверное, даже вот женский-то бы и взяла бы себе. Ладно, дальше. Так, про что я еще не сказала? Новинка. Сейчас я покажу вам одну новинку. Это будет новинка помады. Вот она тут с краешку. Попробую сейчас новинку каталога 13-го. Помада для губ «Сияние цвета» с экстрактом папайи, маслом кокоса. Я себе взяла вот этот цвет. Называется «Нежная роза», который стоит стоячком. Но вы знаете, я бы про эту помаду вам бы лучше показала в новом каталоге, вот в следующем. Я думаю, вы не сильно торопитесь, я не очень задержу. Но это интересно, в принципе, мы тут сидим, каталоги разглядываем, да? Тут побольше просто про эту новинку уже говорится. Так, сияет и не липнет, здесь добавляется, увлажняет губы. Крутая упаковка, которая соответствует оттенкам помады. Вот она как звучит. И видно, да, что все оттенки разные. Вот. Моя помада, опять же, вот она, нежная роза. Видно, вот здесь она на сгибе. Достаточно, ну, как мне казалось, розоватая. Ну и сейчас посмотрим, что мне пришло. Все было вот упаковано. Сама помада выглядит вот так. Написано Avon. Футляр пластик, блестящий, похож на новинку из серии Lux. Там сияющая тоже помада. Вот. Но насчет соответствует цвету, я бы, конечно, не сказала. Тут настолько ядерный цвет яркий. Сама помада... Я бы вот здесь сказала нюд, хотя на картинке, вот она, так я не знаю, будет видно поближе, так где,
Вот. То есть разница большая. Я ее скорее бы, наверное, к другой какой-нибудь бы отнесла, но никак не к этой. По аромату слабый-слабый такой нейтральный аромат. Тоже я сначала думала, что будет папайей, кокосом пахнуть, но нет. Давайте я при вас буду рисовать. А вот на рисунке, на руке, посмотрите, она нежная, глянцевая и ложится так неярко. Она действительно видно, что будет увлажнять. Обещает не липнуть. Вот. Вот такая помада. И вот так она в стике. В стике она более коричневая, кажется. Ну, нюдовая, да. В общем, красивая помада. Мне она понравилась. Если даже вот так вот видно, она прямо вся глянцевая сразу становится. Если в стике кажется матовая, то вот на срезе, когда ей пользуешься, прям как будто маслицем намазано. Понравилась помада, понравилась. Буду пользоваться с удовольствием. Теперь мне не страшно. Я сначала растерялась, думала, какой же цвет мне взять. Что-то мне показалось, линейка цветов не очень большая. Но вот как сейчас я поняла, что они не настолько яркие и, в принципе, неплохие. Ну, вот эта оригинальность, что каждая упаковка своего цвета, конечно, интересно. Единственное, насчет того, что упаковка соответствует цвету, я поспорила бы, потому что вот этот цвет очень нежный, а упаковка у меня прямо такая, знаете, ядерная фуксия или неоновая фуксия. Так, ну, в общем, я показала новый каталог, какой будет. И что у меня тут еще осталось? Шармы, да? Так, давайте покажу я вам шармики. Так, одни шармики я вот уже перепутала коробочку. Давайте я колечко вот на эту. У подруги у моей был один набор. Она выбрала сам браслет с первым шармиком. Это Эйфелева башенка идет на браслете. Вот она. И уже остальные шармы добавляются. Единственное, что 12-й каталог по шармам последний. Потом их уже не будет, и надо будет где-то их будет самой находить, либо в Китае, либо, может быть, Эйвен все-таки как-то продолжит, ну, хотя бы в продажу выложит шармы, чтобы люди могли докупить, если не успели собрать. Хочу обратить внимание вот на сам каталог. Если в первом, в 11-м номере можно было взять либо вот этот набор с пальмой, очками и фотоаппаратом, либо вот этот набор с бабочкой, ключик, этим замочком, сердечком и цветочком, то в этом каталоге, в 12-м, эти наборы уже нельзя брать, если даже вам хочется. Вы можете взять либо вот этот с дельфинчиком, птичкой и черепашкой, либо вот этот месяц, солнце и звездочка. Но так как мне вот этот месяц, солнце и звездочка неинтересным показался, я не очень люблю что-то астрологическое, даже совсем не люблю. Мне понравился вот набор с дельфинчиком, что тут, черепашка и птичка. И я взяла себе два одинаковых. Так-то бы я, наверное, взяла бы еще одну с удовольствием пальму с очками и фотоаппаратом, но так как в этом уже нельзя, я взяла два таких. Наверное, я слишком долго говорю, но ладно. Вы же у меня в гостях, терпите. Я уже повесила. Вот у меня то, что было с прошлого раза. Так. Вот. Это то, что у меня с прошлого раза было. Эйфелева башня вместе с цепочкой. И вот эти три. И давайте покажу, что в этот раз я уже повесила. Вот. Птичка. Так, что-то у меня никак, да? Просто они выпадают. Тут нету ограничителя. Вот, давайте так. Вот. Видно. Вот он, набор. Приходит этот набор. Я вам сейчас покажу, как. Вот в таком пакетике.
если его достать, еще и вот такая пупырка. Из нее достать можно. Ой. И на проволочке висят вот сами украшения, шарники, сами шарники. Ну, давайте вот эти вот, кто не торопится, кому, у кого есть время, давайте повесим и эти шармы вместе со мной на мой браслетик. Единственное, надо следить, чтобы все смотрели в одну сторону. Так, первую мы повесим вот птичку. Нет, не птичку, дельфинчика я взяла. Вторую черепашку. Ай, чуть не убежала. От меня вообще любят убегать во время съемки предметы. Так, ну и, соответственно, птичка последняя. Степа, приятного тебе аппетита. У меня Степа, как всегда, в центре событий. И вот такая красотень получается. Как бы мне показать так, чтобы вам было видно. Вот. Вот такая красота получается. Вообще, по-хорошему, я бы разбавила еще бы... Так, как показать-то? Я бы разбавила бы еще шариками между висюльками. Слишком много висюлек. Конечно, это может и неплохо, но вот просятся какие-то кружочки такие нейтральные, чтобы вот эти вот висячие... Ну, вот как здесь, черепашка разделила две. Ну, вот этот тоже разделила. Ну, вот сюда вот тоже бы хотелось два хотя бы шарика маленьких. И оно будет поинтереснее, если вот маленькие шарики, да, вот, вот так уже будет. Но в целом браслет интересный, конечно, получается. Оригинальный, все это бренчит, звенит и смотрится неплохо. Красиво Иван вот это вот все придумывает. Интересует там такими акциями, люди... попадаются на них, покупают и испытывают даже удовольствие от того, что приобретают такие вот интересности. Понравился, если честно, мне этот браслет. Не жалею, что я его тут пособирала. У меня когда-то я продавала, тоже делала сама и себе делала браслеты с шармами, ну, а-ля Пандора в Китае покупала. И у меня остались вот эти китайские шармы. Единственное, они по размеру побольше, чуть-чуть побольше, чем вот эти от Avon. Но это тоже Китай, но размерчик поменьше. И сама вот это вот, сам браслетик посеребренный, он тут поуже, чем китайские. Но вот у меня там шармы остались. Ничего я с ними не сделала. И я думаю, вот может подруга у меня из них как-то соберет. Может, набор. Ну, посмотрим. Может быть, ей понравится, если, то у нее тоже будет, уж как бы, чтобы не одна болталась, а было набором. Вот. Что еще показать? Все, я вроде, да, ничего не забыла. Единственное, мне еще не прислали, я заказывала пакетики маленькие, но Эйвен решил, что мне пока они тоже не нужны особо. Ну, ладно. Прислали мне еще стиль жизни, осень, фокус прислали, полистаем. Прислали предложение разместить второй заказ, но тут в компании 10, но для меня, для трендсеттера, в компании 12. На сумму 2000 рублей более, и можно заказать любой из этих трех шарфов за 5 рублей. Ну, с этой стороны они же, эти же шарфики. Да. Также пришла распродажа. Вот. Все. Больше ничего в моем заказе не было. Конечно, не очень приятно с этим кремом получилось. Ну, ничего не поделаешь. Не знаю, как оформлять, если не до вложения. Это возни, наверное, много я никогда не оформляла. Не знаю, как это делать. Но, с другой стороны, если вы уже решили заменить, ну хотя бы вот, вот здесь-то как-то упомяните, что вы заменили. Ну, вот пятерку здесь поставили, это пакетики. Но вы знаете, вот я где тут смотрела. Если кому дальше не интересно, не смотрите. Вот, смотрите, здесь вот на этом прайс-листе 12А, кольцо бренда, они отметили, что нету. Получается-то это не случайность. Они поняли, что его нету и решили в конце молча
без всяких объяснений просто заменить. Самого крема нигде нет. Ну ладно, все, а то сколько можно ныть, постонала и хватит. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто был со мной. Каталоги сейчас полистаем. Помады мне понравились, обратите на них внимание, потому что действительно очень красивые. Ну и всем пока, до новых встреч!